Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные купил. Ты пойми, не удерживай меня по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, и учти, для аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле. Пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри, я подметками везде, где только мог, отпечатал черты номер 43 и узорное фабричное клеймо. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.